Почему осенью желтеют и падают листья? Листья зеленые, потому что в них содержится особое вещество зеленого цвета – хлорофилл. Он нужен для того, чтобы превращать солнечную энергию в питательные вещества. Осенью становится прохладнее, ночи становятся длиннее, а дни короче. Такие изменения подсказывают деревьям, что скоро придет зима, и деревья начинают готовиться к зимней спячке. В листьях прекращается образование хлорофилла. Его становится все меньше. Тогда становятся видны другие красящие вещества. Поэтому листья различных деревьев окрашиваются в желтые, оранжевые, красные, бордовые цвета. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали. Тому есть несколько причин. Через листья деревьев интенсивно испаряется вода. Весной и летом это не так страшно, так как идут дожди, а зимой корни дерева не смогут ее восполнить, так как извлечь влагу из промерзшей почвы очень трудно. Поэтому, сбрасывая листву, дерево спасает себя от засыхания в зимнюю стужу. Есть и другая причина листопада. Во время снегопадов ветви деревьев сильно склоняются к земле. Некоторые ветки от этого даже ломаются. Если бы листья зимой оставались на деревьях, то на ветвях задерживалось бы гораздо больше снега. Сбрасывая листья осенью, деревья защищают себя от механических повреждений. Следующая причина, по которой дерево сбрасывает листья, состоит в том, что за лето дерево накапливает много полезных и вредных веществ. Полезные вещества используются растением для питания, а вредные откладываются в листьях. Сбрасывая старую листву, дерево избавляется от вредных веществ.